Юлия пишет: Виталий, добрый день, у меня свадебный салон в городе Чернигов. Основная деятельность – продажа свадебных платьев. Если с продажами платьев среднего ценового сегмента нет проблем, то платья свыше $1000 очень тяжело продаются. Как правильно работать и привлекать клиента этой ценовой категории? Юлия, если вы работаете по одному региону, то я не знаю, как это сделать. Это можно сделать лишь распространив продажу платьев по различным регионам. То есть конкретно по стране. Потому что, ну, если вопрос доставки, то этот вопрос решается. Сейчас есть много аутсорсинговых компаний, которые занимаются доставкой, и этот вопрос можно решить. Вот. Что касается продажи платьев выше $1000, то это определенно нужно выходить на крупные города.